Здравствуйте. Мне задали вопрос. На одной из фотографий у меня увидели вот такие вот контейнеры. И задали вопрос, удобно ли так рассаживать или нет. В таких контейнерах я сажу фрагменты. То есть, когда мне надо очень быстро посадить, когда приходит посылочка, ну, либо свои листочки, когда нарезаю. То есть, это очень способ, я его попробовала, и мне он очень понравился, потому что во-первых, это быстро, не надо по отдельным рюмочкам садить. Ну и сейчас хочу показать, как я это делаю. То есть приходят мне в посылке листики. Если они потеряли тургор, особенно сейчас жара, то я их опускаю с водой. Все листочки срезая при этом, когда их достаю с упаковок. Срезаю немного от черенка, чтобы вода шла. И помещаю их в воду на несколько часов, либо на ночь. Контейнеры я использую либо вот такие длинные, либо вот такие короткие. То есть без разницы. Они очень удобные, имеют заклепки такие. Вот. Грунт я использую, как и для всех растений. То есть легкие, воздушные. Так, как я сажу? То есть такой, так же, как и все фрагменты. То есть мы обязательно листик, чем хорошо помещать его в воду, когда приходит. Во-первых, я их обрабатываю. То есть приходит, когда мне листочки в посылке, я их обрабатываю. То есть после того, как... То есть первое, я их помещаю в воду, да, потом произвожу обработку листиков и опять помещаю в воду. То есть это вот листики мои, поэтому здесь обработку я не проводила. И чем хорошо, когда они в воде полежат, если пришли в посылки. Полежав в воде, все участки, где были микротрещины, повреждения листа, они становятся такими прозрачными, либо черными. Поэтому очень хорошо видно, чтобы вовремя и убрать эти участки, иначе от этих участков обязательно идет гниль. То есть все вот эти вот сухие, в них ничего страшного нету, когда кончики приходят сухие. Тем более сейчас лето, это нормально. То есть у кого-то они на окнах стоят, где-то еще. То есть сухие кончики, ну, они нисколько не вредят ни листу, ничего. Единственное, что да, конечно, внешний вид не очень выглядит. Но лист вполне, то есть здоровый, крепкий, хороший. Вот, то есть мы его проверили, нигде нету участков коричневых. То есть они такие, знаете, коричнево-прозрачные. Сейчас вот у меня нет примера показать. Вот. И нарезаем на фрагменты. То есть смотрим, как нам их разрезать. И максимально вырезаем количество, нужное нам количество фрагментов. Ну, вернее, сколько тут жилок есть. Так вот разрезаем. Аккуратность тут какая-то не нужна. То есть... Главное, чтобы жилки были. Я стараюсь захватывать две жилки, а не одну. Ну, таким вот способом все это разрезаем. Так, здесь, наверное, да, в принципе, вот так вот можно. Так, и вот. Так, в итоге у нас получился вот такой черенок. Вот это лишние острые мы срезаем. Укорачиваем, насколько нам надо, черенок. Так, фрагменты смотрим, где вот эти вот ненужные закругления, тоже все убираем. Острые вот эти вот, чтобы широко не было, тоже я убираю. Вот эта вот высота тоже не нужна. Поэтому тоже ее убираем. Вот все вот эти вот острые, что нам будут в дальнейшем мешаться, я все убираю. Так, здесь вроде на... Ну, хотя можно ширину тут убрать, чтобы ничего тут не мешалось. Так, это нормально. Вот мы получили вот такие фрагменты. Фрагменты, то есть везде проверили, нигде нету черных гнилых участков. Вот. Затем мы берем, наполняем емкость
наполнив емкость грунтом, я ее выровняла. То есть, и вот таким вот способом мы просто небрежно их вставляем. Вот так вот. На расстоянии буквально тут, ну, 1.5 сантиметра. Вот. Так вот. Вот так. И вот так вот. Все. То есть этот сорт у нас посажен, да, листа больше нету. То есть и в коробочке у нас остается место, чтобы оно не было пустым, да, то есть мы, у нас сюда войдут еще там, смотря от размера следующего листа, 2-3 сорта. Я ставлю вот такие ограничители, чтобы не было видно, где какие, потому что некоторые детки очень похожи и непонятно, где какой сорт. Я ставлю вот такие ограничители. После того, как я поставила ограничители, я на сверху коробочки ставлю вот такой вот штрих, что здесь у меня линия закончилась, и подписываю сорт. Это у нас лесная. Лесная. Здесь ставлю дату, когда я садила, но это просто для интереса, как бы дату не обязательно. Вот, и затем приступаю к посадке следующего сорта. Таким образом, у нас получается, вот здесь посажено 3 сорта. ДС жемчуг, НГ летучий голландец и НГ карнавал. Вот так вот я посадила, поставила ограничители. У меня грунт не сильно увлажнен, то есть немножко суховатый я сделала. Вот, ну, как бы пушистый он остался прям вот сильно. Поэтому я еще немного поливаю. Если бы я сделала грунт чуть-чуть влажнее, то я бы полив не делала. То есть поливаю я по краю. Вот так вот. Ну, и смотрю, где дорожки такие тут небольшие. Прям совсем немножко. Все, контейнер закрываю. Ставлю на светлое место. Потом получаю вот таких вот деток. Вот я знаю, где какой сорт у меня. И затем, когда они достигают размера, упираются в крышку, я начинаю их рассаживать. Либо можно это раньше делать. То есть раньше это можно вот фрагменты потом убирать, пророщенные такие, и сажать в отдельные емкости. То есть здесь кому как удобно. Способ мне очень понравился, потому что он быстрый. Из нюансов это то, что надо все равно следить за поливом, чтобы грунт не пересыхал. Вот, потому что емкость маленькая. Здесь вот у меня небольшие отверстия есть, но я их уберу, потому что в этих контейнерах у меня таких отверстий не было. Вот, а тут те, что я новые взяла сейчас, у меня здесь отверстия. То есть мне это не нравится. Грунт будет слишком быстро пересыхать. Мне это не нужно. То есть мне надо, чтобы здесь был конденсат. Вот. Поэтому способ мне это очень понравился. Во-первых, это экономично по месту. То есть, да, если я бы посадила один сорт, то у меня бы здесь получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рюмок надо было бы поставить. Да, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. То есть это получается 20 рюмок. Грубо говоря, в большом контейнере у нас помещается 32 штуки, да? То есть я, получается, больше половины контейнера бы заняла. А так у меня занимает вот такая вот небольшая емкость. Очень удобно стоит, занимает мало места, их очень удобно размещать на полках. То есть способ мне этот очень понравился. Ну все, я думаю, на вопрос, что это за контейнера и понравился ли мне способ такой посадки, я ответила. Если есть какие-то вопросы, задавайте, обязательно отвечу. Если у вас есть какие-то интересные и быстрые способы выращивания фрагментов там или посадка в чем-то, то тоже было бы интересно посмотреть или узнать, как вы садите свои фрагменты. Всего доброго, до свидания.